Всем привет! Мы сейчас будем распаковывать новую посылку. Мы уже начали распаковывать, но я, как всегда, не нажал на запись. Вот, дубль номер 2 с ассистентом Романом. Давай, Роман, аккуратно ножом спарывай. Вот мы распаковали частично. Флешка на 32 гигабайта. Держи. Так, вот она, красавица. Экин H9R. Также в нем будет селфи-палка. Запечатано все отлично. Так, что у нас получается? Камера, селфи-палочка, разные крепежи, два аккумулятора плюс зарядка, наверное, запасной какой-то стеклышко. Так, что у нас еще? И вот такая шапка. Так, сразу ставим аккумулятор на зарядку. Надо, чтобы она первый раз полностью зарядилась. В комплекте у нас идет кабель для зарядки фирменный. Снимаешь? Ой. Фирменный кабель. В таком боксике она. Такая маленькая делаем. Так вот. Опачки. Так, ну потом я попробую вставить видео с этой камеры. Сейчас аккумулятор заряжен. Ничего себе, это я вообще могу снимать сутками. Сейчас третий аккумулятор тоже мы зарядим. Проводим проверку новой веб-камеры, которая пришла. Вот, едем сейчас в данный момент за подарками в Спортмастер. Нам дали карточки на работе. Посмотрим, как эта камера будет работать. За новогодними подарками, хотя Новый год мы едем в Спортмастер. Потому что папе подарили на работе карточку. Для детей. Вот, еще кто будет говорить. Приехали в Спортмастер. Это где-то на Варшавском шоссе. Здоровый зал. Ну что, откуда начнем? Да, магазин вообще огроменный. Главный каратист побежал, увидел свою тему. Это самбо. Это для самбистов. Вот здесь, наверное, накладка.
Подожди. По полной. Едем домой. Если вы довольны, все, команда. Всем пока. Все, едем домой.